Всем добрый день. Сегодня у нас такой замечательный день. Погода, весна, солнце. Сегодня у нас приехал вот такой черный Mercedes GLE Coupe 167. Автомобиль новый, но мы на эти автомобили уже ставим выдвижные подножки АТС. Вот, они отличаются по установке, по той причине, что нижняя часть GLE Coupe, как бы ни казалось, что это одна и та же машина, но она абсолютно разная. Сейчас мы вам покажем, как мы все поставим. Смотрятся здесь они очень шикарно, также они очень функциональны, работают прекрасно. Давайте посмотрим на нашу работу. Также у нас сегодня еще Land Cruiser 200. Здесь такой небольшой проект. Машина новая, рестайлинговая. Мы заменим линзы Койта оригинальные. Они у него были, то есть одна линза ближняя, другая дальняя. Сюда мы ставим Luma i3. Будет два ближних и два дальних света в одной фаре. Мы продолжаем работу с этим GLE Coupe 167. Мы уже установили сами подножки. Эти пороги, как в начале видео я уже говорил, это полный рестайлинг порогов. Мы полностью переделали кронштейны, мы их не дорабатывали. Мы просто сделали абсолютно другие формы, абсолютно по другой технологии. Здесь у нас стоят уже смазочные капсулы. То есть пороги не требуют очень частого обслуживания. С нашим климатом, потому что с нашим климатом очень сложно. Вот здесь есть пластиковые вставки, которые вставляются на резьбе, они вкручиваются с обратной стороны, стоит резиновая втулка. Внутри стоит смазочная капсула, то есть там постоянно сохраняется смазка. Кронштейны мы уже сделали более маленькие, более узкие, но при этом они очень прочные. Вот, панели у нас остались стандартные, потому что панель менять, ну, не то, что мы не посчитали нужным, она очень хорошо сюда подходит, очень хорошо себя показала в эксплуатации. Мы просто не первый год уже этим занимаемся. Электрику мы уже тоже провели. К сожалению, не могу вам показать, как она проводится, потому что это никакой не секрет. Просто здесь очень неудобное место, поэтому очень трудно туда долезть. Здесь снимается сиденье, снимается нижний пластик и подключается все в штатную колодку. Мы не врезаем провода в проводку, мы все подключаем через оригинальный штекер, потому что на блоке на порогах АТС прописаны именно под каждую конкретную машину и вставляются в свое штатное место. Вот, сейчас мы закончим сборку автомобиля и покажем вам, как работают сами подножки. Расскажу немного смешной момент. У нас, когда в регионы покупают пороги, у нас идет транспортировочная лента на новых порогах. И очень многие всегда задают вопрос, почему у вас пороги без надписи? Нет, пороги с надписью, просто настолько хорошо наклеена транспортировка, что
Многие ее просто не отрывают. Вот здесь у нас вот такая надпись на планке из нержавейки. Mercedes-Benz оригинальным шрифтом. То есть смотрится очень-очень шикарно. Поэтому, если кто меня смотрит, спасибо вам огромное, что приобретаете именно наши пороги. Мы очень сильно обращаем внимание на качество своих порогов. Очень стараемся их довести до совершенства. Поэтому, пожалуйста, отрывайте транспортировочную ленту. Это 494 Range Rover. Мы установили накладки с подсветкой. Смотрится это очень шикарно. Надпись Range Rover и на передних дверях, и на задних. Также мы установили сюда ручки SV, наружные ручки. Они меняются полностью, с полным разбором. То есть это не накладки на скотче, а это полноценная ручка. Также придают очень шикарный вид автомобилю. С этим GLE Coupe 167 работа практически уже закончена. Нам осталось прикрутить только защиту днища. Вот, все полностью подключили, все полностью установили. Я тоже не бездельничаю сегодня. Вот, я сегодня вставляю заглушки. Вот. Ну, как бы смех смехом, мелочи, а приятно. Мы стараемся вообще досконально довести свои пороги до, скажем так, совершенства. Даже такие мелочи, как крепежные болты кронштейнов, чтобы они не торчали, не окислялись, мы закрываем вот такими пластико-резиновыми, скажем так, колпачками. Это, ну, во-первых, это эстетически смотрится очень хорошо, во-вторых, это очень хорошо защищает резьбу самого болта. Поэтому, так как нам человек приезжает, например, на техническое обслуживание порогов, мы сняли колпачки, и все прекрасно откручивается, ничего не окисло, ничего не заржавело. Работу с этим автомобилем мы завершили. Это Mercedes GLE Coupe, 167 кузов. Это новый автомобиль. Мы установили уже рестайлинговые подножки АТС с новыми кронштейнами. Все работает прекрасно на этом автомобиле. Это очень функционально. Подножки выдерживают более 200 кг. Поэтому на них можно остановиться смело, абсолютно и одному, и двум людям. Все, свою работу на сегодня мы закончили. Будем рады вас видеть у нас и на ваш автомобиль установить точно такие же подножки. Мы устанавливаем подножки более чем на 70 марок автомобиля. На каждый автомобиль это не универсальные подножки, на каждый автомобиль свои выдвижные электропороги. Также блоки электрики, также сами кронштейны. Все непосредственно делается под каждый автомобиль. Спасибо вам огромное, всего доброго. Подписывайтесь на нас, смотрите наши видео. Всех благ!